Здравствуйте, с вами Антон Клевцов. В прошлом видео я сказал, что я трейдер и торгую на бирже. Даю слово, вы подумали, а на Форексе что ли? Так думают все, кто впервые слышит фразу «я занимаюсь трейдингом». Однако то, чем я занимаюсь, и Форекс, это совсем не одно и то же. Форекс – это очень скучно, потому что это рынок межбанковского обмена валюты по свободным ценам. Обычно используется сочетание «рынок-форекс». Термин «форекс» принято использовать для обозначения взаимного обмена валюты, а не всей совокупности валютных операций. 15 августа 1971 года президент США Ричард Никсон объявил решение об отмене свободной конвертируемости доллара в золото, отказавшись таким образом в одностороннем порядке от выполнения Бреттон-Вудских соглашений, согласно которым доллар обеспечивался золотом, а все остальные валюты – долларом. В декабре 1971 года в Вашингтоне было достигнуто Смитсоновское соглашение. Стоп! Теоретическую базу и историю знать нужно, но пока для нас важен тот факт, что Форекс – это не биржа со своим зданием и работниками, а абстрактное понятие, подразумевающее обмен валют банками в мировом масштабе. Если вы успешный бизнесмен или просто обладатель капитала, вы тоже можете захотеть обменять свои накопления на другую валюту. Пока опустим все возможные причины этого, кроме одной – спекуляция. Возможно, вы храните деньги в рублях и считаете, что выгоднее их поменять на доллары до определенного времени. В следующих видео я расскажу, как это сделать. Если вы когда-нибудь слышали или видели слово «форекс», то наверняка это было в контексте легких и быстрых денег. Форекс-брокеры пытаются преподнести вам данный вид деятельности как «заработать на бирже просто». Иван заработал за неделю 5000 долларов, начав с 1000. Научись за 15 минут и зарабатывай. Взгляните на самые распространенные услуги таких компаний. Если вам предлагают научиться зарабатывать на бирже активными спекуляциями за короткий отрезок времени, знайте, компания заинтересована в том, чтобы вы потеряли свои деньги. Если вам предлагают большое кредитное плечо для торговли и рассказывают, как просто его использовать, знайте, компания заинтересована в ваших убытках. В следующих роликах я подробно расскажу, что такое кредитное плечо. Вам предлагают инвестировать деньги в стратегии непрофессиональных управляющих активами. Вам даже предлагают стать одним из таких управляющих. Перестаньте интересоваться такой компанией. Она не заинтересована в ваших доходах. Если вам предлагают купить и установить себе на компьютер торгового робота, знайте, автор и сам не может заработать, используя данного робота. То есть снова никто не заинтересован в том, чтобы вы заработали деньги. Почему форекс-брокеры предлагают все эти услуги? Зачем им нужно, чтобы вы теряли деньги? Потому что компании, которые предоставляют услуги по торговле Форекс для частных лиц, на самом деле не имеют ничего общего с брокерскими фирмами. Скорее их правильно назвать дилерами, то есть компаниями, которые торгуют валютой за свой счет и для собственной выгоды. Они совершают операции обмена с вами и другими частными лицами. Если вы зарабатываете, то они теряют деньги. Или, как бывает в 99% случаев, вы теряете деньги, а они зарабатывают. Применительно к таким компаниям часто говорят «кухня». Случается так, что кому-то везет, ведь даже в казино люди иногда выигрывают миллионы. Вы, возможно, получите свой выигрыш и будете счастливы, но гораздо чаще компания, даже крупная, авторитетная, попытается минимизировать вашу прибыль. Один из самых распространенных способов это сделать – создать проскальзывание. Чуть позже я раскрою и это понятие. Пока дам упрощенное определение. Проскальзывание – это невозможность купить или продать валюту до тех пор, пока цена не станет для вас невыгодной. В последнее время все чаще стали появляться финансовые пирамиды, скрывающиеся под маской Форекса. Если вам предлагают вложить небольшую сумму и зарабатывать более 10% в месяц, ни в коем случае не соглашайтесь, вы потеряете все свои деньги. У вас, наверное, возникает вопрос, что же я предлагаю, не пытаться спекулировать валютой вообще? Я вам предлагаю больше учиться, не рассчитывать на сверхдоходы и, главное, торговать не через Форекс-брокеров с выдуманными лицензиями, а через регулируемые валютные биржи. Скоро я дам подробную инструкцию о том, как выйти на такую биржу. Прежде чем приступить к чему-то созидательному и рассказать вам про биржи и возможности, связанные с ними, я вынужден буду разрушить еще одну легенду. Она становится популярнее с каждым днем и скоро превратится в настоящее бедствие. Это легенда о возможности заработать на бинарных опционах. Подписывайтесь на канал, ждите следующего видео. Пока! Друзья, приглашаю вас на ежемесячный курс «Финансовые рынки и системный трейдинг». Пройдя этот курс, вы будете полностью готовы к первым самостоятельным шагам в торговле на любых рынках, от валют до товаров и акций. В первую очередь он будет интересен тем, кто твердо решил взять под полный контроль будущее своих финансов, желает научиться работать с ценными бумагами и зарабатывать инвестициями в них. Я потратил на изучение рынков и трейдинга много лет. Используя мои знания и опыт, у вас есть возможность существенно сократить этот путь. Начав сегодня, вы будете благодарны себе в будущем. Подробная информация об обучении тут или в описании к видео. До встречи на занятиях, друзья!